En débarquant à Genève, je suis heureux de vous dire ma satisfaction et l'espoir avec lequel j'envisage la conférence qui doit commencer demain. Je suis confus d'être accueilli avec autant d'égards et je ne vois pas ce que je pourrais dire avant la conférence. Je me réserve, avant de quitter Genève, lorsque la conférence sera terminée, de faire connaître mes impressions. En arrivant, je ne peux dire autre chose que l'espérance avec laquelle je viens ici. Sur la tribune afin de ne pas faire osciller les appareils. D'autres
заседании министров иностранных дел в 4 державах. Я рад снова встретиться в Женеве с моими коллегами, министрами иностранных дел Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки. La conférence des ministres des affaires étrangères des quatre puissances s'ouvre demain. Je suis content de retrouver de nouveau à Genève mes collègues, les ministres des affaires étrangères de l'Angleterre, de la France et des États-Unis d'Amérique. Нам предстоит обсудить важные вопросы. В соответствии с поручением глав правительств мы обсудим вопрос о европейской безопасности и Германии, о разоружении и о развитии контактов между Востоком и Западом. Nous devons discuter des questions importantes. Контакт entre l'Est et l'Ouest. После Женевского совещания глав правительств стали часто говорить относительно духа Женевы. И это понятно. Действовать в духе Женевы значит содействовать уменьшению международной напряженности, содействовать укреплению мира. Après la conférence de Genève, что они приложат усилия к тому, чтобы найти согласованные решения по вопросам, которые глубоко волнуют каждого, кто искренне стремится положить конец холодной войне и содействовать установлению взаимного доверия в отношениях между государствами. Со своей стороны, советская делегация сделает все от нее зависящее, чтобы содействовать достижению на совещании положительных результатов, отвечающих чаяниям народов. Разрешите сердечно приветствовать жителей и власти Женевы, а также правительство Швейцарии. Передаю вам привет. Thank you.